Evo, dotrali smo cara do Дувара, došli. Я бы хотел сказать, что это последний матч за 29 месяцев, сколько мы играли в последнее время. И, значит, я хочу сказать несколько слов о тяжелых матчах, которые мы можем ожидать. Ono što sam rekao pre neki dan, многие наши игроки, 7-8 них играли скоро. У нас есть очень много игроков, которые играли больше чем 34 матча. Так получается, что каждый четвертый день у них был новый матч. Это не так легко, и я хочу их поприветствовать за их успехи. В ситуации, в какой мы находимся, я им чествую на том. Мы очень рады завтрашнему матчу, потому что завтра мы будем выступать с командой, которая одна из самых лучших. У них есть уже, значит, первое место в нашей группе, но на основании того, что они приехали еще в понедельник в нашу страну, это показывает, что они очень серьезно понимают свою позицию. Я не знаю, в каком составе они завтра будут выступать. Мы будем завтра играть, как будто это первый матч в нашей группе. И желаю, чтобы все на отдых ушли с хорошими впечатлениями. Господин Вермезович, так как вы сказали, что это последний матч, и что игроки очень устали от много других матчей, каким образом вы будете стимулировать ваших игроков завтра? Я думаю, что им не нужен никакой специальный стимулянс, потому что наши игроки завтра будут играть с командой, которая одна из самых сильных в России, а не знаю, какой другой бы им нужен был бы стимулянс от этого. Ако ту треба нека специальна мотивација, онда... У нас есть информация, что клуб «Партизан» в очень плохой финансовой ситуации, и есть информация, что вы после одного определенного матча одному игроку заняли деньги, чтобы он вернулся домой, значит, на самолет. Люди свашта причи. Люди многое говорят.